Жрать! Жрать? А откуда я возьму? Я вообще тоже не ем. Я проснулся недавно. Так. Значит, жрать у нас нечего. Вот именно. Ау! Нога! Ладно, давай. У тебя в тайничке нет? Ничего. Сейчас я зайду, замотаю. Все. Может, у тебя в тайничке есть? Ай. Нет, в тайничке ничего нет. Может, нам кто-то прислал еду? Нет. Кто? Я не знаю. Может, кто-нибудь мог. Ладно, нам сейчас пойдем на телефоне смотреть всякие смешные видохи, а потом пойдем на работу. Окей. Вот я на печке вот посижу. Тихо, Wi-Fi не включен же. Подожди, я сейчас включу. А у тебя же ты фильмы с Ютуранта скачал. Да и пофиг. Все. О, новинки. Ну что, сколько там уже? Ночь. Сколько? Ночь. Ауч. Быстрее. Ну что, вот. Пошли. Угу. Так. Я на этот раз закрыта. Чу. Уже я закрыл. Чувак. О, посветлее стало. Нифига себе. О, чувак, что это за кровь тут? Не знаю. Чувак, что там за навесами? Я не вижу. О, господи, кто это? Ладно, я тебе потом объясню, кто это. У меня, короче, был один друг, я с ним работал. Чё, давай выходи быстрее отсюда. Слушай, это знаешь кто? Кто? Это мой друг. Он работал в пиццерии Oldie Family Diner. И он надел маску, и, как бы сказать, маска, зажала, как, можно сказать, голову, и она к нему прицепилась. Но она похожа на какую-то обычную кожу какую-то. Ну, внутри, наверное, железяки острые. Я не знаю. Кстати, что? Тут, смотри, вентиляция отсюда идет. Надеюсь, оттуда не будут выпрыгивать всякие анилатоники. Или как их там? Анималотники? Аниматроники, да, аниматроники. Роботы, короче. А смотри, тут, короче, есть какой-то... Кто это? Они его сохранили. Это, короче, такой аниматроник, типа... новый аниматроник был... Это типа лиса, можно сказать. А тут смотри, что... А, это тоже, только это старая очень. А вот нет. Это моя самая любимая комната, чувак. Игровая. О, тут два места. Давай сыграем. А что? Нет, работа. И всякие эти выдумки. И всякие обманы мозга, которые у нас появляются... Чувак, меня пугает это. Что? Какая-то рожа. Ну, выглядит. Вот глаз, по идее. Это тоже. А вот это что это такое? Вот это? Угу. У него что-то стекает с глаза. Что стекает с глаза? Не знаю, что это может быть серое. Что может стекать с глаза? Кровь, плач. Она не серая. Но плач тоже не серый. А, ладно, забей. Сейчас посмотрим. Так, сколько у нас? 1:00 ночи уже? Серьезно? Да. Серьезно. Ой, вентилятор вообще. Подожди. Сейчас посмотрю, что на камерах.
Тут как-то скучно. Кровь напрягает. Что тебя напрягает? Кровь. И такие восклицательные знаки. Может, полицию позвоним? Го проверим туда. Не, я на камеру сажусь, ты проверяй. Роботы. У них что-то не так. Я не знаю. Звонят. Те звонят. Или ты звонишь? Алло. Эй, привет. Я слышал, что ты подал жалобу на то, что какие-то фантомы вылезают отсюда. Помнишь? Да. Короче, это фантомы. Как ни странно. Они там это... Это всего лишь часть твоего воображения. Никакой вот то. Ой, они здесь. Короче, не вникай в это, чувак. Это обычные фантомы, и они... кто там? Алло? Это вы там включили? Алло? Алло? Ой, нет. Ой, нет, они тут. Алло? Алло? Чувак, что это было? Не знаю. Ты слышал? Да. А фантом не уходит. Уходи! О, он пропал. Да. Я проверю. Пропал? Да. Кажется, да. Да, кажись. 5 часов ночи, чувак. Нет, чувак, не туда, не... Чувак, не иди туда! Окей. Тут фантомы какие-то разгуливают. И еще что-то не так с телефонным тем парнем. Ну, тот, это реально аниматроник, если что. Ну, тот, где дверь и кровь. Только в нем органы человеческие. Страшно. 6 часов, чувак, все, я его валю отсюда. О, так быстро. Оп. Что? Фух, это было жестоко. Я опять ему позвоню. Странно, телефон выключен. Опа-на, смотри, что у нас пожарилось. Курочка. Дай мне. Во. А теперь можно и посмотреть страшный сон.